Давайте знакомиться. Я Марина Матвеева, являюсь партнером компании ВВП Capital, о которой сейчас и пойдет речь. У меня большой опыт работы в рекламе и маркетинге. А еще я предприниматель с 13-летним опытом в сферах B2B и B2C. Наверное, именно поэтому мне эта идея понравилась сразу. Для начала хочу отметить, что мы с вами живем в технологическом мире. И кто сейчас не начнет разбираться в современных технологиях, тот отстанет надолго. Конечно, предложений на рынке IT-технологий много, но такого интересного, денежного и легкого для понимания я лично еще не встречала. Итак, что же мне здесь понравилось? Здесь выгодно и интересно всем. Во-первых, на интернет-площадку Свитепс собрали самые известные и популярные сайты, на которых люди и так покупают товар. Но теперь они, кроме скидок до 90%, получают еще и кэшбэк до 36% от своих покупок реальными деньгами. А это очень интересно покупателю. Согласны? Кстати, с 30 апреля на нашу платформу начали ставить и обычные магазины. Клиентская база растет в геометрической прогрессии за счет мотивации клиентов, так как человек рекомендует платформу своим друзьям и знакомым и в благодарность от компании получает деньги от всех покупок друзей. Вот такой пассивный доход получается у клиентов. Идем дальше. Во-вторых, для компании размещение на нашей платформе абсолютно бесплатно. И если у вас появится желание стать партнером, вы, как и я, сможете подключать как онлайн-сайты, так и обычные магазины. Причем все, что от вас требуется, это отправить карточку предпринимателя на электронную почту нашей компании. А дальше уже занимаются специалисты. Согласитесь, что это легко и понятно. А моя выгода как партнера заключается в том, что я имею пассивный доход в размере 10% от кэшбэка всех покупателей, подключенных мною магазинов. Ну а в-третьих, партнерам открывается возможность получать доход со своей клиентской базы в глубину до 10 уровня. Причем вы рекомендуете один раз, а вознаграждение в размере 5% от кэшбэка людей вам начисляют каждый раз, как только те совершают покупку через платформу Свитепс. В-четвертых, здесь есть вознаграждение за развитие партнерской сети. И вы можете получать еще доход в размере до 25% от приглашения партнеров в этот бизнес. И в-пятых, у компании ВВП Capital осенью открывается свой собственный онлайн-банк. Вы можете стать его акционером, купив опционы. Как начать бизнес? Все просто. Для амбициозных людей предлагается пакет за 888 евро. А для решивших попробовать себя в новом бизнесе – партнерская лицензия за 115 евро. В завершение хочу добавить, что в этом бизнесе не надо закупать товар. Не нужно ничего продавать. Выполнять план тоже не нужно. И ограничений по выплатам денег отсутствует. Вот такая идея. Ее хорошо воспринимают люди, поэтому каждая встреча у меня заканчивается или пополнением клиентской базы, или новым партнером, или подключением магазина. Главное, что от любого моего действия в этом бизнесе я увеличиваю и получаю реальный пассивный доход. Вот, в принципе, и весь маркетинг. А как вам идея? Что больше всего понравилось?